Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Меч короля Артура. Сюжет фильма повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. Артур и Мерлин, молодой кельтский воин и мастер-отшельник, должны объединиться, чтобы победить злого друида. Король Артур 2004 года. Фильм о легендарной исторической личности. В нем большое внимание уделено историческим фактам и политическим событиям, имевшим место в период правления короля Артура. Но картина обещает совместить в себе как реальные исторические события, имевшие место в провинции Британия сразу после распада Великой Римской империи, так и мифы о подвигах рыцарей короля Артура. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!